Всем привет! Если вы создавали все такие предметы, как фонарь, фары, точнее, влево-вправо поворотники и так далее, да, тормоза, то вам еще необходимо сделать заднего хода. То есть в данном автомобиле фонарь заднего хода вот находится здесь. И у нас уже имеется материал, я уже сделал, да, заранее. То есть здесь у меня есть переменная, вторичный параметр, который мне нужно изменить. И это у нас становится эмиссивным, так скажем, значением света. То ли... Так, теперь мы заходим в наш автомобиль. Во-первых, у меня уже есть некая функция, которая в самом, получается, виджете, да, вот здесь вот переключает влево-вправо, в правом нижнем углу, переключает передачу, получается, вперед, там, первая, вторая, третья и так далее, да, нейтралка и задняя. То есть с помощью этого... Точнее, этой функции я буду переключать уже и освещение заднего хода. Так, найдем нашу функцию. Это у нас gear находится, да? Function. То есть, если вам необходимо, и вы не создавали виджет, который показывает, да? То есть, у вас вот этой части нету. Ну, вообще, по сути, этой функции нет. Вы можете создать эту функцию без показа в виджете каких-то значений. То есть, но вам необходимо, допустим, давайте возьмем, скопируем поворотник, чтобы это все не писать. Set Scalar Parameter Value on Material, да, нам всего лишь нужен. То есть мы должны вызвать его вот здесь, где мы включаем заднюю передачу. И там, где мы переключаем нейтралку. Можем вызвать на первой передаче, но нам это не нужно, потому что когда он включает нейтралку, он включает первую передачу после нейтралки, точнее будет правильно сказать. То есть если он включает нейтралку, все, задний в... Так скажем, задняя передача выключается, и у нас не отображается никаких повстительных, таких, скажем, цветовых сигналов. Копируем наш параметр. Это у нас под таким именем. То есть меняем параметр name в данном случае здесь. И все. То есть сейчас у нас при включении заднего хода будет включаться фонарь заднего хода. Так. Сейчас он... А, подождите. Он, естественно, горит, потому что я не исправил параметр значения. Здесь на нейтралке у него должно быть значение нулевое. А на... Когда он включает задний ход, какое-то значение. Допустим, у меня здесь 10, я могу поставить 5. Там уже зависит, насколько у вас хорошо будет освещаться. Ну, то есть, все это. Давайте заведу автомобиль. И если нажму назад, фонарь у нас начинает загораться. И когда у нас нейтралка включается, фонарь гаснет. То есть, когда вперед, она ничего не горит. Назад, естественно, горит. И вот так все делается. Быстро и просто. До скорой встречи. Всем пока.